В этом видео пройдемся еще немного по Стокгольму, посмотрим на разные улицы, а также на старое кладбище. И в конце этого видео мы сходим с вами в музей Средневековья. Это бесплатный музей. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые прогулки. Голые кусты. А там есть телефон? Да, там телефон. Вон, они уж не открываются. Смотри, написано, не влезай, убьет. Это аптечка первой помощи. На флажку. Какой ты умный, я в ней даже бутылишку просто. Да. Просто каждый раз я делаю фото перед тем, как начать снимать. Смотри, сейчас будет клевый проход за забор. Это что, бывшая фабрика? Мне кажется, да. Вообще похоже, похоже на фабрику. Страшно. Да, мне кажется, это какое-то бывшее промышленное здание. А, да? Они позеленели от настоящего? И крыша у них зеленая. Кто? Так они просто все одинаковые. Это вы нам привезли вчера еду? Он такой, что? Стойте. Вот. Пока мы прогуливались по улицам, нас встретилась одна пожилая женщина, которая сказала нам «You have a very nice boy» вот с таким вот интересным акцентом. Так что наш бой ей очень понравился. Которая забирала стариков. Что? У стариков еду, помнишь, которую забирала? Как я? Комиссар? Да, комиссар. Комиссар. Какие-то дома красивые, очень дома красивые. Какие-то красивые, тут какие-то красивые. Иди сюда. Куда? На другую сторону. Зачем? Там какая-то. Что это? Короче, там лестница очень страшная. Знаешь, какая тут есть буква? О? С точками. Да. Она похожа на пи. Красивое здание. Старая такая архитектура. Очень высокое здание. Красота. И здесь рядом находится кирха и старое кладбище.
мы уже смеемся над тем, что постоянно нам попадаются на пути кладбища, мы все время снимаем церковь и кладбище, церковь и кладбище. Ну, что поделать, если они выглядят очень эпично. И вот это вот место находится как сквер, то есть это как сквер. Здесь кирка, вот эти вот старые могилы 17-18 век. И здесь просто вдоль дорожек стоят лавочки, там сидят ребята, кто-то что-то ест, кто-то просто сидит, смеется. То есть, ну, отношение к этому совершенно спокойное. Никто не пугается. XVII-XVIII век. Мама, это он трамплин или это могила? Смотри, это могила, конечно. Подождите, дайте я сниму. Господи, вы хотите на фоне гробов сфоткаться? Я могу вас сфоткать на фоне гробов. Нет, нет. Даже вот солнце есть. Вот смотри. Тут даже такие эти даты вообще не видно. Почему все так ужасно? Смотрите, как красиво. Да. Как говорю, смотри, все так ужасно, смотрите, как красиво. Ну, это чисто мой. Не знаю. Это может быть, я не знаю, как он выглядит. Такое ощущение, что вот так вот это. Да, вон он. Да, вот это похоже, там, потому что был такой невзрачный вход. Надо ты. Не знаю. Дай ручку. А сейчас заходим в музей Средневековья. Вход туда свободный. Это один из многих бесплатных музеев, видимо, который за счет государства финансируется. И это довольно-таки интересный музей. Находится он в центре, в пешей доступности. Какой интересный... Интересный дяденька. Ботиночки там делает. Плотник. Угу. Что-то у него совсем плохо с губами, блядь. Ветра холодно. Кузнец. Ветром было. Это у нас кто? Оружейник, что ли? Ой, да мы его вообще не видим. Его нужно в ботинке. Я бы, кстати, в ботинках не смог купить. Кто?
А можно его забрать? Если ты пошел в этот музей Васса, то ты его там нашел в один дракар. Это канцелярский кабинет. Это что, какой-то макет крепости? Да. Смотри, Петь, какие болты были. Снаряды. Такие большие. Смотри, папа. Это какая-то винтовка. Это, да, ружье. Может, арбалет возьмем? Да, сейчас этот открывай. Давай. Ломик есть. Смотри, конь. Это какие-то крыски. Да. Давай посмотрим, сейчас найдем его. Папа, пойдем наверх, вот эту штуку. Да, пойдем. Ты маму нашел? Да. Не знаю, по виду он. Наверное. Мне кажется, он делал какие-то ведра и бочки. Смотри, он недоволен. Так мы пойдем на. Да, сейчас зайдем туда. Монаксид. Ромео и Джульетта собирают этот яд. А здесь меню есть? Нет, здесь есть. Зачем ты решил жалиться? Какое оно? Он какой-то косоглазый, смотри. Да. Булочник какой-то. Булок наелся. Смело нас. Фу, мне кажется, он такой мерзкий, это мужик. О, он такой мягкий. Потрогай его? Нет. Ну, потрогай.
курочка бежит. В самом деле. Курица! Ничего. Господи, ничего себе, как страшно. Готов, да? Сейчас выйдем. Вообще как будто потоп, да, какой-то? А представляете, как страшно наводнение? Вообще. Это вот когда у тебя вот так вот вода идет только не в речке, а по городу. Да. Почему-то кабан. Нет, это же не свинья. Как стрела там выше. На крыше. Она повесилась? Давайте залезем. А, да, это крыса. В этот дом можно зайти. Вот там тоже вон кто-то, видишь, сидит. Угу. В этом доме. Вот, смотри, там тоже кто-то сидит. Это ювелирка, кажется. Это ювелирка, красивая какая-то. Не видишь, что у нее железо какое-то? А это ребенок у него там торчит? Да, да. Давай посмотрим. Да, какой-то. Дичок. Это раньше, как это называется? Нечесанное. Ну, это просто мозг, мне кажется. Думаю, это не сгорит, но сегодня. Мне нравятся такие клёвые. Да, вообще обожаю такие штуки. Сзади я тебя хочу. Знаешь, как я вот так встала, знаешь, как хорошо. Я не знаю. Нет, наверное. А что, мне кто-то садился? Не, опять, мне кажется, нельзя. Я не знаю, честно, тут непонятно. Попробуй сесть на нее. По виду на нее все садятся. Потому что по виду на нее садятся. Я говорю, по виду же на нее все садятся, да? Да. Сейчас. Мне было сложно с кем-то на самом деле. Не только если с Бошком. Все, снимаю. Да вдруг ей больно. Вдруг ей больно, что ты ее пришпориваешь. А я на нее броню надену. Тут ничего не видно. А, да, прикольно. Причем в жизни она так не выглядит, да. Там, когда камера, видишь? Ой, вообще классно, я такие вообще люблю. Федька пришел с его конька. Блин, сел на любимого конька. Да. Смотри, вино. Я
маленькие, я тебе скажу. Я думала, они поменьше. Но они, наверное, есть разные. А ходить можно? Рядом можно ходить. Дай позырю. Да, видишь, юго они вскрывали, сушили его на вяленой рыбе. Так, внимание. Петька, осторожно, кого нет. Я выхожу. У них тут рыбацкая, что ли, избушка? Да, какая-то. А где он спит? Дома, в избе, наверное. Это, наверное, просто такое помещение. Это да, а что это? Фишинг-корф. Нет, это контейнер для содержания живой рыбы. Свежепойманной, до того, как она была засолена. Дырки позволяют воде циркулировать. То есть это внизу на корабле. Да. Прикольно. О, смотри. Класс. Папа, смотри. Классно. Зачем ты стучишь? Потому что почему они меня не пустят? А, ты хочешь туда внутрь? Да. Дядя. Что там такое? Смотрите, а это кто? Уж не тюлень ли это? Хрен, почему нет? Полетели. Не, а что крылья такие вообще? Ну, он встал. Ну как? Удобно? Удобно. Красно. Это, мне кажется, это так и делал. А мы видели в Норвегии, там тоже как-то было? Там был он такой. Там не пошли вообще. Вот такой вот поход в музей у нас получился. Потом мы сели на автобус, мы передвигались на автобусе. И я еще поснимала немножечко из окна автобуса. Ну, не могу я удержаться, очень красивый вид. И мне кажется, так классно ехать и снимать сразу много-много всего. Можно посмотреть, как выглядят улицы. Хотя в целом мы там циркулировали примерно в одном месте. В одном месте на одних островах. Стокгольм находится на множестве островов разного размера. И между ними циркулируют такие специальные кораблики, как маршрутные такси. И в следующем видео, еще не уверена, будет ли оно последним, либо предпоследним, и в следующем видео мы прокатимся на вот этом вот кораблике. Это очень классно. Подъезжаем к нашему району, в котором мы снимали апартаменты. Я уже показывала в одном из предыдущих видео наши апартаменты. Я оставлю ссылку. Вот такой вот район. Тут очень чисто, спокойно, очень хорошо.